региональные новости мы вещаем из отеля «Краун Плаза» Уфа в студии Маргарита Гафарова. 207 сельхозпроизводителей Башкортостана получили субсидии за реализацию зерновых культур на 412,5 миллионов рублей. Общий размер поддержки в регионе на эти цели в 2022 году составит 607 миллионов. Сейчас оставшиеся средства доводятся до аграриев республики, сообщили в Минсельхозе республики. Напомню, средства, полученные за счет пошлин на экспорт зерна, возвращаются регионам в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Деньги распределяются в зависимости от объема произведенной продукции. В России гибкая экспортная пошлина заработала с июня прошлого года. Она действует в рамках механизма зернового демпфера и в том числе предотвращает перенос колебаний мировых цен на внутренний рынок. Так, с 13 по 19 мая включительно пошлина на экспорт пшеницы снизилась до 114 долларов за тонну. На вывоз ячменя она составила 74 доллара, кукурузы 77 долларов за тонну. Башкирские предприниматели могут принять участие во всероссийском конкурсе «Экспортер года». Заявки принимаются до 8 июля. В этом году премию в области международной кооперации и экспорта вручат в 19 номинациях. В 6 основных отдельно для МСП и крупного бизнеса и 5 дополнительных в зависимости от размера компании. Определение победителей и призеров проходит в 2 этапа. Первый на уровне федеральных округов, второй на всероссийском. Церемония награждения лауреатов пройдет на международном экспортном форуме «Сделано в России». Премия является символом государственного признания заслуг бизнеса в укреплении национальной экономики и продвижении российской конкурентоспособной продукции на зарубежные рынки. В Башкортостане запустили новую электронную биржу импортозамещения. Об этом сообщает Госкомитет Республики по конкурентной политике. Сервис помогает подобрать российские аналоги, например, оборудование, которое ранее завозили из-за рубежа, а также найти новые рынки сбыта. Потребитель может сформировать заявку, указав технические характеристики и стоимость, по которой он приобретал импортное изделие. После заявка становится доступной для поставщиков, которые могут делать коммерческие предложения. Уход с рынка Российской Федерации зарубежных компаний привел к тому, что образовался дефицит не только оборудования, но и дефицит сырья. Поэтому создание любых инструментов, любых площадок, которые позволяют устраивать и находить новые коммуникации, находить замену, может быть, тем сырьевым ресурсам, которые исчезли, является большим подспорьем поддержания бизнеса. Биржу импортозамещения можно найти на агрегаторе торгов малого объема. Последнее позволяет малому и среднему бизнесу участвовать в госзакупках объемом до 600 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что через этот портал за один месяц было заключено более 3000 контрактов на сумму 19 миллионов рублей. Улицу Пугачева в Уфе перекроют для реконструкции в начале июля. При этом построят объездную дорогу протяженностью 3 километра, которая будет оснащена наружным освещением и остановками. По ней пустят общественный транспорт, сообщили в уфимской мэрии. Обновление улицы Пугачева входит в перечень юбилейных объектов к 450-летию города. Завершить работы планируется в первой половине 2024 года. Проезжую часть расширят до 4 полос, обустроят разделительные полосы и местные проезды. Ливневки модернизируют наружное освещение. Реконструкция пройдет в 2 этапа. Сначала закончат участок от Бельской до Сочинской, затем приступят к участку от Бельской до Бородинской. Геофизиков она также будет являться объездной дорогой. Значит, здесь же уже приступили к асфальтированию на сегодняшний день. То есть рассчитываем, что где-то приблизительно с 1 июня до 1 июня закончим работы по асфальтированию проезжей части с устройством тротуаров и наружным освещением, чтобы по-нормальному пустить движение по этому участку дороги. То есть им будут пользоваться еще, это будет дополнительный заезд в микрорайон Кузнецовский Затон, будут еще и жители эти пользоваться. Это где-то после дня города, числа 12-15 июня. Кроме того, строится водовод Забелье в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». К устройству асфальта на улице Бородинской дорожники планируют приступить после строительства магистрального водовода. Напомню, 2 контракта на реконструкцию улицы Пугачева выиграл Башкирравтодор на общую сумму свыше 2 миллиардов рублей.
Новый арт-объект в Уфе будет символизировать место, где встречаются Европа и Азия. Мэрия подвела итоги открытого конкурса на создание стелы, которую установят на кольце в районе остановки торговый комплекс «Центральный». Победителями стали Илья Ищенко и Владимир Васильев, представляющие творческое объединение Московского института городского развития и студии «Контекст машин». Перед конкурсантами стояла непростая задача – разработать арт-объект, который мог бы стать потенциально новым брендом Уфы. Поэтому авторы проекта отказались от уже традиционных символов республики и пошли по пути поиска новых ассоциаций. Стелла в виде двух стилизованных ладоней символизирует ценности единства, семьи и дружбы. Саму конструкцию высотой до 11 метров сделают из металлического каркаса, собранного из труб квадратного сечения. Расположенные под углом в 45 градусов, они складываются в традиционный башкирский узор. По словам авторов, работа над проектом продолжается. Он предполагает не только создание арт-объекта, но и благоустройство всей прилегающей территории. Круг будет размыкаться, будет формироваться зона прямого надземного доступа, и там, безусловно, будет достаточно, я предполагаю, что там будет успокоение трафика. Вопрос, как не снизить пропускную способность и как вообще понизить количество ДТП, потому что мы по ходу предпроектного анализа увидели, что достаточно аварийная территория. Территория будет обладать зелёжными насаждениями, благоустройством, адекватным мощением, возможно, фонтан. Решение об установке стелы примет администрация города после того, как определят источники финансирования. Всего на конкурс поступило 38 проектов, из которых экспертная комиссия отобрала 29. У меня на этом все. Всего доброго.